среди родителей часто бытует мнение, что лучше ребенку дать натуральный продукт, чем давать какой-то там синтетический, искусственно полученный продукт. На самом деле это не совсем правильно в наших условиях, в тех условиях, в которых мы живем, потому что натуральные продукты, они их можно назвать условно натуральными, потому что они выращены с применением каких-то удобрений, каких-то пестицидов. Те же животные, которые у нас выращиваются для того, чтобы они не заболели, их подкармливают антибиотиками. Для того, чтобы куры несли нормально яйца, им в пищу тоже добавляют какие-то добавки. Поэтому условно любой экопродукт, так называемый, его можно назвать только условно экопродуктом. Если качество продукта хорошее, то абсолютно не важно, природный ли это компонент, либо это синтетически полученный.